Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы. Сегодня в социальных сетях эта новость стала самой обсуждаемой. Все подробности в нашем обзоре. А также узнаем, что ответил глава региона на жалобу футболистов РТШ. Больше 100 комментариев от подписчиков, причем не всегда доброжелательных, в официальном аккаунте городского акимата. Здесь был опубликован пост с полным толкованием того, кто освобождается от воинских сборов. Это люди, работающие в государственных органах, сельском хозяйстве, организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, авиационный персонал, многодетные отцы, педагоги, судимые и женщины. Масса вопросов от людей было по поводу оплаты, ведь многие мужчины – единственные кормильцы в своих семьях. За военнообязанными на период воинских сборов сохраняются место работы и занимаемая должность. За счет государства им выплачивается средняя заработная плата по месту работы, а неработающим минимальный размер оплаты труда. К примеру, если до призыва зарплата военнообязанного составляла 200 тысяч тенге, то за каждый месяц сборов он также получит 200 тысяч тенге. Десятки комментариев от подписчиков главного новостного аккаунта в регионе телекомпании «Ирбис». Обсуждают люди? Нет. На этот раз не коронавирус, а ямочный ремонт в областном центре. Латают дыры. Всего на содержание дорог на весь год выделили 1 275 000 000 тенге. Ну да, латают песком. После дождя еще хуже будет. А второй Павлодар когда? Или только центр, как всегда? Этому процессу дали официальное название «ямочный ремонт». И каждый год такой ремонт. Платим налоги за транспорт и на тебе ямочный ремонт, а не укладка асфальта. Аким Павлодарской области Абылкаир Искаков заявил футболистам РТШ о том, что сокращение заработной платы – мера вынужденная. Напомню, игроки, тренерский штаб и сотрудники центра написали обращение. В нем они пожаловались на сокращение доходов на время ЧП до минимальных. И вот сегодня спортсменам был дан ответ. Как сообщило руководство клуба, учитывая затруднительное финансовое положение клуба, приостановление всех спортивных мероприятий в стране и условия заключенных трудовых соглашений, его решение, описанное вами в обращении, было вынужденной мерой на текущий момент. Со своей стороны, прошу вас набраться терпения в этот непростой, как для клуба, так и для страны и мира, период эпидемического и экономического кризиса. А это эмоциональное видео посмотрели почти 300 тысяч человек. Жители столицы открыли окна и спели государственный гимн.